Да-да-да, бля. Это чьё? Чей арбалет валяется? Мой теперь. Завербовал. Чихуя место, блядь, бегать. Да, вот именно, чтобы бегать и не спрятаться, не бля. Вот здесь вот брони, да хуя, а куда тебе прятаться? Одна штука. Ищешь баги, ищешь, да? Ищешь баги? Ладно. Это чьи? О-о-о, здесь чьё это? Что это висит? Это висит дин-дин-дон, который не стоит. Что-то большой дин-дон слишком. Ну, кому как повезло в жизни. Нет, смотрите, блин, первого числа, нахуй. Тут можно подвигаться, да. Фу, как здесь воняет. Где вы, блядь? Заебали? Заебали! Мы тут поезд обнюхиваем. Наружу, быстро! Какую ружу? Наружу надо. Какую ружу? Чё, вообще... Вот мы встретили, смотрите-ка. Снайпер, блядь, на такой карте. Ну пиздец вообще. Изи катка, поехали. Она набрала, блядь. А, я помню эту карту, меня тут убили. Да? Ну тебя везде убивают, ну неудивительно. Да я умирал сам, я хочу его. Убили. Кого ты там хочешь? Ну где он спавнится? Опа. Не знаю, где он спавнится. Я думаю, с нашими перками надо идти наверх. Да? А что там наверху? Да похуй, сольёмся первый, быстрее появимся, типа. Там не вариант, как бы. Вообще похуй. О, магазин нет, нихуя. Вот ты уже можешь в шашки поиграть, ебать, да? Да, в шашки, тут метро, если все закрывать. О. Типа казак заготавливает дистанцию для снайперского выстрела, закрывает дверь и будет Патрика загонять. Кто казак? Вот этот был бэб, блядь. Ну казак, тут один казак есть. Атаман где? Да-да, я хз. Ну вот, по-любому, сторона атаман. Ладно, поехали. Но шапка офигенная. Так что, куда мы? Тут его ебашим или наверху? Короче, если чё... Шарит за карту, куда идем? Там, где маман, если ракеты, за нее прячемся. Мать, подставляй широкую спину. Да. Качай. Извините, спина у меня не широкая. Но придется, значит, как-то, бля, да. Крылья накачать придется. О, тут арбалет есть, что, ребята? Да это уже 2 минуты назад было сказано. Тут вот завербовали 2 минуты назад арбалет. Не трогать, да. Так, ну что, давайте сливаться. Ёлки, чуть не обосрался, девочка от звонка побежала в сторону вагончика, бля. Я что слышу? А, здорово! Слышу! Я его режу, пацаны, держу, держу, бейте. Держи его, держи, 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 сейчас зацелю. Я не могу удержать. О, нормально. Второй, второй, где второй? Где второй? Опа. Ну как сказал мой персонаж, он суперями не целовал. Где в кучке, алло, бля, вы что, вообще, бля? Да не, мы умные. Можно мне ебало? Отписни, блядь. Сорян, но мои патроны. Да блядь. О! Пауки, 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 пауки. Извини, пауки, каждый пауки за себя. Пауки, блядь. Ой. Маман, спасайте. Ее дрюкают. Помогите, блядь. Да, я побежал. Авада. Блядь. Там авада кидала. Пиздец, блядь. Все пули на этих штуках, блин, думал помру хера с собачьим. Помогите, блядь! Так беги, мать! Из-за тебя погиб на двигатель попал. Блядь. Да не двигайся, дон, за тебя. Ебать, у нас ники вообще. Да, бля. Опа, опа. Надо порезать его. Опа, тихо, стопай. Варимся. Я пытаюсь тебя лечить, а ты крутишься. Мать, режь там скрейпер. Я пытаюсь тебя полечить. Идет, 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 идет. Опа, РПГ идет. А? Ай-ай. Еще одна арба. Ага! Ага!
Оставь одну коробку, казак. Да, конечно. Блять, оставил, ой, сука, все собрал там перед носом, блять. Ну давайте выкинем нахуй. Да не туда иди. Казак, ну ты можешь идти, а мы, пожалуй, идем оттуда. Спасибо, друг. Хлебчик, стой. Идите, блять. Коробка. Патроны, Dark Age. Хотел. Патроны есть опять. Бегите, бегите. А в какую сторону бежишь? Бля, я просто ну бегите. Бегите спиной, делай. Блять. Не будет. Нихуя себе долго. А где броня? Открой дверь, сука, дебил! Внимание, не идут. Пиздец, нахуй так пугать. Ты можешь отчинить? Он куда-то убежал. Ну, он профессионал, извини. А, он здесь, блядь! Я вас понял. А, вот. Я вас понял. А, вот. Тут второй, ёлки! Нет. Ай! Да здесь меня в дверях запрессовало. Вы где воюете? Ой. И... Блять. Молодые люди, общайтесь без мата, пожалуйста. Извините, пожалуйста, не могу. О, здорово. Бежите. Бежите. Да, о, они вдвоем тут тусуются. Да, я тут потусовал. Блять, спасайте тапу. Оп. Опа. Умирать я всегда успею. Вот здесь броники три штуки, блядь. Находите. Я не зайду туда. Я не доверяю. А на какой карте вы играете? Да? А ты где? Хрен с ним. Что, я? Да. Я вышел, потому что... Карта называется Fields Cross. А... Да, куда ты? И зачем вышел? У них двое! Потому что... Да. А типа передумал? Ну, нет, не передумал, просто. Ну короче, играть я уже не хочу. Говорить не могу. Ай-яй. Ну это, видимо, ненадолго. А, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, до побачення. Бежим, ребят, тут чьи-то гиндоны. Идите, глупцы, это пылесос. Вау! Можно мне упало зовут? Угу, можно. Завалить, развалить. О, и расточить. Из вас никто не стрелял. Она? Она также не стрелял. Ну, флешки пошли, веселые. Можно не зажимать, я же очень красивый. Был. Ну как сказать, был. Ну типа, если зажали, Патрик до тебя добрался. Добрался, но кто-то быстрее. Вот поэтому и было. Десолейшены давят. Что это? Сырмоги давят. Да, в основном шоу. Живите хотя бы 2 минуты. Ай, блять! Мать, блин.
Батя резница. Да, 5 секунд. Потом еще минута. 15, давайте сейчас. 13 секунд. Идет твоя. Я, блядь, с этими никами свою потеряла. Все вижу. Да, на втором месте. Офигеть, вот за это я и говорил. Что ты за это говорил? Что я появился у руки на Патрика на его пулемете. Балансируешь. Тупо отбалансировал уже. Ты как этот кукла в кукольном театре. Бля, какого хуя? Идет твоя. Сказал. Ищу и ракеты. Мне это совсем не нравится. Берегись! Отец, хилься. Альмир! Теперь здесь никто не пройдет. Ты почему не на раз, два, три, четыре, пять, на шестом месте? Я да. Немного с ПП покусила, а я не могу сказать. Здравствуй. Это Виталий сегодня с нами не разговаривает. Что ты приехал? Говорит. Опять, это моя арма. Не трогай. Подождите, перезаряжаем! Черт, бежим! Ну, может быть, Виталя и я реальный кек. Я думаю, Чику. Не кек. Блядь, охуеть, получается. Отец, не умирай, отец. Какого хуя, блядь? Хай. Ты это видел? Ты это видел? Ну нахер. Святой отец. Так, 50 секунд, ребята, я буду с вами. Да, 3 минуты. По-моему, сейчас кого-то как раз вот там косточком приложат. А как ты успел умереть? Кто? Дарк Петрович. Так я же говорю, я появился у него на пулемете, когда он стрелял. Типа пацан балансир был, да. Да-да-да. Че там? Как у него там шестеренки на пулемете? Смазан. Ну, теперь думаю, смазан. Да. Плохо, плохо. Надо засушить его кровь, чтобы его память осталась без смысла. Где мое РПГ? Это только снайпер. А, катана нашел. Мать, это тебя там режут? Блять, меня режут нахуй. За рыжую кабараш. Взяла, убежала. Что за мать? Не видишь, я перезаряжаюсь. Идет твоя.
Раз. И все, ракетка. Бах. Следующий. Ай! Почему мне всегда достается по жопе, блядь? Что-то я не заметил, когда тебя спасал.